Евразия Про представляет продукт линии Сантегра – добавку глюкозамин Форте, основным действующим веществом которого является глюкозамин. Человек, ведущий сидячий образ жизни, со временем не замечает, как его суставы и сухожилия начинают постепенно изнашиваться. Это объясняется тем, что отсутствие двигательной активности не дает хрящевым тканям суставов вырабатывать очень важное для нас вещество – глюкозамин. Доказано, что дефицит этого вещества является основной причиной дегенеративных заболеваний наших суставов, что тем самым является причиной остеоартрита и других болезней. Человек, активно занимающийся спортом, поддерживает свое тело в тонусе, но не получая глюкозамин, связки и сухожилия не успевают расти вместе с мышцами, поэтому почти каждый человек так или иначе испытывает дефицит глюкозамина. В глюкозамин Форте также содержится экстракт растения дьявольский коготь, произрастающий в Африке. С древних времен южноафриканские аборигены для поддержания своих костей и связок использовали корень Гарпага фитума, наиболее известное как дьявольский коготь. Оказывается, что растения, содержащие ингредиенты, относящиеся к природным гликозидам, прекрасно сочетаются с глюкозамином и обладают противовоспалительным действием, помогающее нашим суставам от множества недугов. Ученые, разработавшие добавку глюкозамин Форте, сумели соединить в ней ингредиенты, необходимые для поддержания нашего здоровья людей как сидячим, так и с активным образом жизни. Добавка глюкозамин Форте восстанавливает и укрепляет ткани суставов, связки и сухожилия, улучшает выработку внутрисуставной жидкости, уменьшает боль и воспаление, предупреждает дегенеративные изменения в суставах, улучшает состояние кожи, стенок сосудов и венозных клапанов. Практикующие врачи рекомендуют глюкозамин Форте. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть препарат глюкозамин Форте, который, кроме уже упомянутых глюкозамин и хондроитина, содержит еще и экстракт акулевого хряща и такого замечательного растения, как гарпага фитум. Из всех перечисленных источников наиболее ценным сырьем является акулий хрящ. Он содержит в 3 раза больше глюкозамин-глюканов, чем хрящи человека, и в 2 раза больше гиалуроновой кислоты. Гарпага фитум имеет интересное второе название. Его называют дьявольский коготь. И столь устрашающее имя он получил за счет того, что само растение на своих плодах имеет когтевидные выросты. Очень ценным дополнительным бонусом, который мы можем получить за счет гарпага фитума, является то, что он обладает хорошим обезболивающим эффектом, снимает негативное воздействие нестероидных противовоспалительных препаратов, которые, возможно, до этого или в процессе комплексного лечения человеку приходилось применять. О здоровье своих рук, ног, о здоровье своего позвоночника мы должны заботиться сами. И мне очень радостно сообщить, что с препаратом глюкозамин Форте Сан у нас это получится очень эффективно. Покупайте этот и другие замечательные продукты у лицензированных дистрибьюторов-консультантов компании Евразия Про.